Всем привет, добрый вечер. Я сегодня с телефона домой приехала 10:30. Магазин до 10:30. Сегодня я одна, так же как старший кассир, полноценная смена. И завтра у меня еще. Сегодня просто кошмар кошмарный в плане... Ой, как волчок. Вот теперь я понимаю старших кассиров, которым нам говорят, да мы некогда даже присесть, даже чай попить и кофе попить. Вот это вот сейчас тоже про меня касается. Я такая, да ну нафиг, когда некогда. Он зайдет в кабинет и с администратором, и будьте ля-ля-ля-ля. На самом деле вот... Я думаю, знаете, почему это так происходит? Скорее всего, потому что у нас еще не полный штат. Ой, у меня на вечер будет салат, Павел, салат, видно, наверное, днем резал. Так, я его доем и больше ничего, просто ничего не хочу. Обедала я сегодня поздно, пока ребят отпустила на обед, но у меня сегодня было два кассира, это, конечно... Нехватка в нашем коллективе. И девочки иногда помогали с зала, стояли на КСО. Так, салатик, майонез. Хочу майонез, не стало масла. Я даже сегодня с собой, смотрите, я взяла, что мы готовили-то? Лапшу-бантики. Это уже поздно вечером. И мясо обжаривали. Вот я на обед с собой взяла салат тоже, помидоры, огурцы и листья салата. Все это с маслом полила, чуть-чуть посолила. И я сегодня даже к этому блюду не притронулась, ну, то есть на работе. В обед вот съела бантики и мясо, и все. И все, я... В тот момент я объелась, и все, и потом как волчок сегодня. Пришел размер с банка. Это тоже у меня сегодня в первый раз все это было. Все это в первый раз. Все успела. Девчонки, быть руководителем, даже пусть небольшая должность старшим кассиром, ой, у нас просто один кассир, она очень тяжелая на характер. Все время на кого-то жалуется. То график плохой не то, то другое плохое не то. То напарник ее плохой не то. Ну, тот мальчик, я тебе говорила. Если с ним, ну, как бы нормально объясняешь человеку, он все эти нюансы запоминает и как бы все работает спокойно. Ой, блин. Я не знаю, до чего это бег. Надо с ними уже быть строже. Я говорю, вы распределяйте свои обязанности вечером. Так, у меня цикорий. А они не слышат друг друга. И не общаются между собой. А все вот, допустим, через нас, старших кассиров. То через Лену, то через меня. Это мне, знаете, уже так мысли вслух. Я вот рассказываю, как будто уже вы 100 лет знаете все про меня, потому что есть еще и новенькие, кстати, подписчики. Ладно, всем приятного аппетита, в том же числе и мне, потому что я устала. Я устала не физически, я устала, у меня вот это вот в голове все, вот эта каша. Оно собранность, но... Меня вечером напрягла вот эта таблица, я ее первый раз делала. Это какой ты пишешь товарооборот, потери, там все такое. Заполняется таблица, но она заполняется вот по вот этим фактам из разных таблиц еще. То есть это надо все заполнить и взять именно ту процентовку и ту сумму, чтобы не ошибиться. И вечером, ну, после всего закрытия, всего касс, вот это скидываешь, как
в группу. Я с ней полчаса провозюкалась, с этой таблицей. Мне так, наверное, недолго там похудеть. Честно, я вот как волчок, один раз все поела. Я даже кассиров отпустила на чай, сама я чай так и не попила, представляете? Я думала, сяду в кабинет, попью. Не, нифига, то одно, то другое. С одной стороны, быстро день пролетает. Вот честно, помните, я говорила, график у меня с 8 до 11, 15 часов. Вот моментально, вот реально моментально день пролетает. Ну, я еще все втягиваюсь, то есть я не скажу, что это прям тяжело. Я все это втягиваюсь, вникаю и... Ну, потом все это будет поэтапно, понакатано, и будет, допустим, легко. Что-то какая-то бледная. Кто-то написал, Алена написала, что у меня больной вид. Нет, у меня нормальный вид. Даже когда я дома нахожусь, вот, допустим, второй день я не красилась. Ну, видео, когда снимала, она... У вас больной вид, вы болеете. Чем я болею? У меня ни соплей, ни кашля, ничего нету. Бывает, знаете, камера искажает еще. Ну, потому что она идет под таким широким углом. И, допустим, даже вот как-то в бок встанешь, и ты как будто как шире становишься. А сегодня я с телефона, я даже не стала камеру доставать, заморачиваться. Потому что время позднее, завтра мне рано вставать. Второй день у меня рабочий. Поэтому я с вами вечером поболтать вышла. Мне даже некогда, знаете, вот такая думаю, блин, кассиром спокойно. Ну, в принципе, да, народ идет, идет, работаешь. Зато ты все акции знаешь. Помните, я постоянно с полными пакетами приходила акции. Сейчас вот некогда даже посмотреть ничего, представляете? Просто некогда. Даже если какая-то минутка свободная есть, ты все равно вникаешь в работу. И думаешь, так, надо то, СНК расставить, СНК это, допустим, какая завтра будет акция, тебе надо вот эти плакаты повешать, вот, сфотографировать в группу. То есть это, ну, не все просто так. Короче, вот так. Некогда даже посидеть. Думаю, может, потом будет нормально. Я думаю, что когда еще третьего старшего кассира примут на работу, и будет у нас полный штат кассиров, тогда я думаю, что будет и легче, и нам самим. Кстати, с Новокузнецка никто не хочет к нам в магазин устроиться работать. Сейчас в феврале зарплату поднимут. Ну и что, Аня завтра пойдет в кино? Ну, говорит, да, ну, наверное, да. Это рекламное кино показывает, блин, вон. Значит, это пятница. Холоп или как он там, блядь? Холоп. Либо рекламу показывали, блядь. Я думал, ты с ней пойдешь. Это работа.
холопа своих, блядь. Так, тихо, не матерись. Холоп, холоп. Налил что? Да, Вань, там тут белье, там ладно, там уже мало. Пять У нас так холодно. Сейчас вышли с магазина, вообще дубачина. Утром было 20-26 градусов. Кстати, крещенские морозы, поздравляю с праздником. Многие сказали, что в церковь пойдут там воду набирать. У меня, кстати, еще вода есть с прошлого года. Я думаю, же ей ничего не будет, правильно? С удовольствием салат поела. Еще такая под впечатлением, еще такие рабочие моменты в голове. Правда, даже некогда присесть, короче, вот так. Старшим кассиром быть. Я на самом деле даже думал, ну нифига себе, у них там столько свободного времени. Там только открываешь компьютер. Зайти туда, зайти сюда, прочитать письма. Там какие-то ответы, заявки делаешь, если что-то сломалось там. Ну, допустим, если это по кассам, то мы, старшие кассиры, делаем заявки. Создаем, что тебе ответили, когда придет мастер. Короче, такой загруз вообще. То есть не просто посидел, посчитал деньги и все. Размен выдал, то нет, тут все по-другому. Даже в ленте сократили, кстати, чтобы старший кассир сидел в главной кассе. Ему также присвоили, чтобы он еще на кассах работал. Это вот еще когда я тоже работала, то есть у них сократили эту должность. А то они там сядут на втором этаже. Колбы вот эти принимают, размен, и сидят спокойно в этом, в интернете. Вот так вот, девчонки. Такой у меня сейчас этап в жизни, ну, вернее, в работе. Ух. Ничего. Зато, может, по стране. Ну, все, на сегодня мне особо больше нечего сказать. Вот. Ладно, мои хорошие. Закругляюсь. Пойду сейчас в ванну мыться и спать. И завтра опять в 6 утра вставать. Потом выходной. Все, мои хорошие. Пока-пока. Люблю вас. Целую. Пока.